С наступлением первых заморозков автомобилисты ринулись менять шины с летних на зимние. В шиномонтажку одним из первых приехал Аян Сулеймен. Говорит, цены по сравнению с прошлым сезоном заметно выросли. Вожу я уже 2 года. Покупаю обычно шины подешевле, чтобы на сезон хватило. Собираюсь поменять шины. По закону до 1 декабря нужно менять. На смену шин уходит в среднем 100-120 тысяч тенге в зависимости от машины. По сравнению с прошлым годом цена поднялась на 10 тысяч. Но, конечно, это зависит от марки машины и мастерской. О том, что в Шымкент идет похолодание и первые снегопады, синоптики предупреждали заранее. Но большинство водителей эту информацию проигнорировали, объясняя затягивание со сменой летней резины на зимнюю мягким южным климатом. Другие ссылаются на дорогие услуги шиномонтажных мастерских. Менять шины необходимо для собственной безопасности, но у многих не хватает денег на это. Поэтому приходится ждать снега, чтобы шины продержались весь сезон. Шины нужно ставить зимой. Пока снег не выпал, мы все заняты. А потом приходится ставить, потому что скользко. Сотрудники шиномонтажек с водителями не согласны. По их словам, цена не только не повысилась, а напротив, снизилась. В основном шымкентские водители отдают предпочтение резине из Китая. То, что уже холодает, все соблюдают меры безопасности. И вроде готовятся хорошо, стараются, все новые качественные шины ставят. Я старший мастер. У меня есть помощник. Работаем достаточно. Людей устраивает. С ценами все нормально. Немного подешевле. Есть внедорожники, кроссоверы. Они немного подороже идут. По 7 тысяч, по 8 тысяч. Легковые, там, ну, по размерам шины по 5 тысяч, по 6 тысяч. А сами шины? Это именно шины столько стоят? Нет, или? Наша работа это стоит. А шины? Шины по 30 стоят, по 35. Ну, по качеству, по фирму, по размеру они отличаются. Комплект, да? Или да, в комплект. Одно колесо? Не, одно колесо. 30-40 тысяч? Да. Ага. А вот в целом получается... По сравнению, допустим, с началом, с прошлым годом цены поднялись на шины? Нет, наоборот, в этом году шины снизились. В прошлом году немного было дороже, а в этом году немного подешевело. Обычно вот у нас как люди ждут до последнего, когда снег пойдет. Полицейские напоминают, на морозе летняя резина становится ломкой, но главное, теряет сцепные свойства. Затормозить или тронуться с места машине с замерзшими летними покрышками на скользкой дороге крайне проблематично. Это нередко приводит к ДТП и несчастным случаям. Как вы видите, погода в Шымкенте резко изменилась, идет дождь со снегом. Это приводит к появлению гололеда, который становится причиной ДТП. Поэтому руководство патрульной полиции города советует поменять летние шины на зимние. Вы в ответе не только за себя, но и за других участников дорожного движения. Просим вас вовремя поменять шины и спасибо за понимание. Первый снег в Шымкенте растает быстро, говорят синоптики. Зима окончательно утвердится в своих правах, как и положено по календарю, в начале декабря. С этого времени может последовать наказание за отсутствие соответствующего комплекта шин. Любители ездить на летней резине с 1 декабря будут штрафовать на 15 тысяч тенге. Куркем Сибалиева, Райбек Мухтар, Джабраил Касымов, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании ОТРАР.